Радий представити наших ранкових гостей, ендокринолога, голову Миколаївської обласної діабетичної асоціації Наталю Кошову та щасливу маму, яка спробувала все ж таки реалізувати свою найголовнішу, мабуть, мрію. Про це ще й дізнаємося. Юлію Віташинську, доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, якщо говоримо про всесвітній день боротьби із цукровим діабетом, сьогодні активно всі згадують про це. Скажімо так, звичайні так люди, які, можливо, до цього і не дотичні, ті, хто із цукровим діабетом живуть, вони знають і згадують про нього щодня. Але все ж таки, на сьогоднішній день, чи є якісь обмеження для жінки, яка має цукровий діабет, в тому, щоб народжувати, займатися спортом, чи ні? Чи вже ця проблема вирішена 100%? В этом году мы отмечаем, весь мир отмечает день борьбы с сахарным диабетом. И тема этого дня – женщина и диабет. Да? Вот. Я не как глава, я как врач расскажу, какие противопоказания, какие показания. На данный момент существует строго показания и противопоказания к вынашиванию беременности. То есть, если женщина с сахарным диабетом планирует беременность, для этого существует, она должна, во-первых, обратиться к врачу-эндокринологу, врачу-гинекологу. И есть четко показания. Для этого у нее должны быть нормальные сахара, нормальное артериальное давление и перечень противопоказаний. То есть, есть, конечно, острые осложнения комы, противопоказания поражения глаз, почек. Но, в принципе, женщина может выносить, если нет таких грозных осложнений сахарного диабета. Я не буду сейчас перечислять их всех. Но это на данный момент возможно. То есть это вполне, скажем так, реальные случаи? Реальные случаи. Но для того, чтобы еще раз она забеременела и выносила малыша, для этого нужно заранее посетить врача, врача-эндокринолога и гинеколога. Юля, наверное, сразу будет вопрос к вам. Если мы говорим, да, вот о вашей счастливой ситуации, и она не такая, не одна, скажем, не единственная, но сегодня хотелось бы поговорить именно о вас. Как вообще отнеслись сахарный диабет? С какого возраста, когда узнали? 6 лет. 6 лет. То есть, скажем так, уже готовность была с детства, да, понимать, что как бы есть какие-то ограничения. Как вообще пришла мысль, что можно все-таки перебороть систему, родить ребенка и быть счастливой мамой? Ну, мы все на самом деле знаем, что если мы ведем здоровый образ жизни, мы контролируем себя и контролируем свой диабет, то нам все можно. Просто нужно подойти к этому с головой, без эмоций. Наверное, эмоции уходят на второй план. Подготовка. За 2 года, ну, наверное, все началось с того, как я пришла с детской больницы взрослой, пришла к Наталье Петровне. Наталья Петровна первое, что сказала: мы будем или мы не будем в будущем? Я говорю, будем. У нас есть 2 года, мы готовимся. И 2 года мы готовимся. Вот 2 года вот этой подготовки, что сюда входит и что нужно делать? Прежде всего, это компенсированный диабет. То есть сахара у мамочки должны быть почти как у здорового человека. Она должна следить за своими сахарами, сдавать гликированный гемоглобин, это средние сахара за 3 месяца. Она должна посетить врача-окулиста, она должна сдать общеклинические сахара перед планированием беременности, биохимические показатели крови, и также принимать препараты фолиевой кислоты. Это обязательно. Вот. И тогда мы вынашиваем малыша. Мало того, лозунг мой, когда они приходят с областной детской, я им всегда говорю: вы должны как пионеры быть, всегда готов. То есть гликированный и сахара должно быть в норме. Потому что аисты всегда, иногда, не всегда, но они прилетают внепланово. Если мы говорим, да, вот эти 2 года подготовки, контроля над собой, а вот период самой беременности, как были какие-то сложности и будут ли они, как в этот период? Потому что как бы зарождается новая жизнь, дестабилизация ситуации, скажем так, внутри женщины. Как здесь сконтролировать? Конечно, смотрите, у нас существует 2 типа сахарного диабета, первый, второй тип. Мало того, есть еще гестационный диабет. Значит, у Юлечки первый тип сахарного диабета. Это наиболее опасный сахарный тип диабета. Почему? Он лобильный во время беременности. Здесь огромный риск, особенно по триместрам. В первом триместре, когда идет снижение сахара в крови, то есть женщина может в такое состояние гипогликемии не впадать, но явление гипогликемии, это низкий сахар. При вот этих низких сахарах может что быть? Угроза выкидыша. Вот. На более поздних сроках, когда
тоже там по триместрам, если в первом триместре снижаются сахара, во втором, третьем триместре идет повышение сахара, там тоже существуют определенные опасности. Если большие сахара, они могут приводить к чему? Крупный плод может родиться, пороки развития и мертворождение. Для этого что нужно? Мамочка должна контролировать сахара. Вот. То, что мы с Юлей делаем. Самостоятельно это можно делать или нужно все время под наблюдением врачей? Она делает самостоятельно. Мамочки от 8 до 10 раз, как и детки, в день меряют сахара. Угу. Вот. Мало того, мы с Юлей рожали, да, беременели необычно. Юлечка на помповой инсулинотерапии. Можно показать? Похвастайся. Есть такой аппаратик для введения сахара в крови. Мало того, это на данный момент в мире считается наиболее оптимальный метод терапии так, вот для беременных. Ага. Да, вот такой аппаратик. То есть это автоматически, скажем так, все это, да? Да, ну, здесь программа подбирает доктор программу, нет, не автоматически. Вот это как машина. Машину уж не ведешь на автомате, где-то... Газу добавить, добавить, точно так же и здесь. Мы считаем, но самое главное, что как бы есть возможность все время не вести для себя самоконтроль. Да, самоконтроль всегда нужен. То есть тоже, да. Это очень ошибочное. Да, всегда нужен самоконтроль. Помпы вот такие для умных людей. Она должна считать хлебные единички, она должна мерить сахара и вводить в эту помпочку. Просто она сама считает, сколько нужно инсулина ввести. Угу. Там стоит запрограммированный калькулятор. На самом деле, да. Как видим, на сегодняшний день есть возможность бороться с этой проблемой. Легче вынашивать, да, конечно. Легче. Тем более, вот в этом году вышла помпа в замкнутом цикле, это которая сама меряет сахара, вот, и сама вводит. То есть это уже полная автоматика, да? Да, да. Она только вышла, конечно, там плюсы и минусы, но все равно вот в этом году в марте месяце прошел конгресс всемирный, там где собралось 70 стран, в том числе Украина, и представили вот эту помпу, показывали беременных, как не вынашивают. Мы тоже можем сегодня похвастаться вашими достижениями на самом деле, потому что огромная уже у вас армия мамочек, которым вы помогли стать именно мамами. Можем их показать сейчас на экране. Я думаю, что о каждой будет что рассказать, но им будет приятно о себе потом увидеть и услышать. Это мои мамочки. Это, да, недавно мы родили малыша, малышу. Вчера малышка мне с мамочкой приходила, ему 3 месяца. Мама мне принесла такую фотографию, можно посмотреть. Со словами, пусть мамочки смотрят и мотивируются. Вот такая мотивация, да, для вас. Мотивация, да. То есть, если у вас есть стремление, желание, вот. Девчонки, самое получится. Главное не бояться, как я понимаю, да? Хотелось бы, Юль, от вас еще вот комментарии, скажем так, вот этот период, да, подготовки, самое, скажем так, решение, все-таки принятие этого решения. Вот ваш совет, скажем так, тем девчонкам, у которых есть сахарный диабет, что стоит сделать и как себя вот настроить на то, чтобы все получилось? Во-первых, не принимать очень быстро этого решения. Все-таки нужно не забывать, что вы здесь думаете не только о себе, а о своем ребенке, о его будущем здоровье. Нужно подходить очень разумно к этому, с головой. Нужно обдумать все за, все против, посмотреть, что я могу сделать, как я могу сделать, чтобы было все как можно лучше, да? Проконсультироваться с врачами. Обязательно консультация врачей. Это не консультация раз в год, это регулярно сдавать все анализы, сдавать каждые 3 месяца гликализированный гемоглобин, посещать всех врачей. Не думать, у меня ничего не болит, меня ничего не беспокоит. Это не надо, это со мной не случится. На самом деле это не так. Это случится с каждым, просто оно ждет нас за поворот, и мы этого не знаем. Самое главное — настроить себя на позитив, конечно же, без этого никуда, и работать одной большой командой, все вместе, все стоят одной большой семьей, потому что иногда надо и в 2, и в 3 ночи позвонить своему врачу, а иногда нужно и врачу к тебе ночью приехать домой, и чтобы, возможно, даже для улыбка психологической помощи. Улыбка на лице, я так понимаю, что бывало, да? Конечно, бывало. Особенно это судьба врача. Да, особенно это все приходит на поздний период, да, вот на вечер, потому что вот вечером страхи. Просыпаются это все страхи и начинают все беспокоить вечером, потому что днем ты думаешь, ну вот пройдет, ну вот я подумаю, а вечером все, конечно, наплывает. То есть если у всех, скажем так, 9 месяцев беременность, то у вас получается круглый год. С утра и вечером консультации целый день. Если мы говорим, да, о рождении ребенка, какой здесь есть процент, риск или его вообще, возможно, нет, что у ребенка потом тоже будет сахарный диабет?
Я стараюсь, знаете, говорить, никогда не загадывать на будущее, не притягивать плохое. Это мой, ну, такой то есть, риск. Скажем так, есть шанс, что не будет? Есть риски, но они при первом типе, конечно, минимальны. Угу. Я всегда говорю, если мы думали о том, с чем наши родятся детки, мы это, наверное, не рожали. Вот, потому что мы не имеем права, если мамочка полностью здорова, и у нее только сахарный диабет, это она считается просто женщина с диабетом. Юридически мы не имеем права запретить ее вынашивать ребенка. Да и не нужно запрещать, тем более, что вот есть такие у нас яркие примеры. Право матери забрать. Это... Счастье материнское – это, наверное, самое большое на жизни счастье. Друзья, ну и самое главное, вот действительно Юля хорошо подчеркнула, что стоит все-таки обследоваться, стоит знать о своем состоянии здоровья, потому что многие живут с сахарным диабетом, даже не подозревая об этом, скажем так, узнают уже в самые критические ситуации, когда он так активно постучал в двери, что называется. Поэтому именно обследование – это то, что нужно каждому из нас. Если говорим, да, о обследовании, где, как вот можно обследоваться и какие это анализы? Вот мы четко сейчас подвели к основному вопросу за этот год, честно, вот я занимаюсь ими 10 лет, в этом году я в шоке. Очень много гестационного диабета, запущенного диабета. В прикоме привезли в этом году девочку. Вот много второго типа, притом молодые женщины, 35 лет, и она 4 года болеет сахарным диабетом, она не посещает эндокринолога, вот она не меряет сахара, и тут она беременеет. Ну как, она, я говорю, ты же женщина, а я не думала. Женщина всегда думает, должна думать о том, что она может стать мамой. Вот. К чему это ведет? Это ведет к вот замершей беременности на первом сроке. Поэтому если женщина молодая, знает, что у нее сахарный диабет, кроме семейного врача, она должна обязательно посетить врача-эндокринолога. Вот. И он тогда напишет, какие анализы обязательно ей, учитывая ее диабет, нужно проводить. Мало того, врач-эндокринолог с ней побеседует, узнает, планирует ли она беременность. И опять же, для этого план действий для будущей беременности распишет. Так что, друзья, вот так, скажем так, чтобы закончить все-таки на позитивной ноте, действительно, в этом году не просто так, тема, скажем так, во всем мире – это диабет и женщина. Есть яркие примеры просто того, что женщины не боятся, становятся мамами, занимаются активно спортом, настоящие там олимпийские спортсмены и так далее. Все это есть, все это главное – верить в себя, ну и помним, что человек может себя и исцелить, ну и, конечно же, вместе с тем прибить себя просто к минимуму. Поэтому верьте в лучшее. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Был рад познакомиться. Действительно, яркий пример. Берем пример с хороших людей, Николай. Да, вот они есть, настоящие герои сегодняшнего дня. Поэтому не только девушки, но и, конечно, их вторые половинки. Думайте о том, что у вас может быть потомство, но и думаем о том, чтобы оно было здоровым.